Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Как вышивать все эти цветы, которые вы сейчас видите? Я снимала видео на каждый вид цветов и сделала отдельный плейлист. Ссылку на этот плейлист я оставлю в описании к этому видео. Сегодня же буду вышивать зеленые листики к цветам, точнее один вид зеленых листиков. Итак, рисую контур данного листика. Вышивать я буду в 3 нити. Зеленые мулины. Постараюсь показать подробно, ну и достаточно долго, чтобы было понятно. Иглу я, получается, протыкаю, возвращаю назад на контур, как бы в петельку каждый раз. Ну, я думаю, на видео это видно. Первая сторона листика готова. Теперь вторая сторона. Все то же самое, но только в другую сторону. Итак, листик готов, но листиков будет 3. Второй готов. А теперь готовы все 3. Мне они нравятся. Но это только один вид листиков. Это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.